Добрый вечер, дорогие друзья. Подготовил очередной ножичек к завтрашнему тестированию. Даст Бог, все будет благополучно. Завтра прогоним этот нож и потом отправим этот нож на киностудию «Говяжья котлетка». Посмотрим, чтобы посмотреть, как отработает этот ножик по разделке крупного рогатого скота. Итак, как вы уже увидели, узнали, это клинок из ПМД-10, который вы видели в последнем видео, где я слесарил его китайскими лентами для гриндера керамика 60-е, 120-е, 24-е. Сейчас я его заточил, затачивал я его эльборами. Угол здесь заточки 38 градусов, так как я его свел очень тоненько. 36 я не стал делать, думаю, 38 нормально, и как раз на рог будет хорошо удержание рка, я так думаю, и на канате, в принципе, должно тоже отработать достаточно бодро. Что могу сказать по заточке? Затачивался нож очень, ну, в общем, не скажу, что прям легко, но без всяких неприятных сюрпризов. Заусенец образовался очень-очень маленький, очень-очень тонкий. Вот, где-то на 50-40 он уже начал отваливаться. На 20-14 практически уже РК было без заусенца. Твердость здесь на ПМД-10 примерно 66 единиц. Сейчас мы посмотрим, где-то моя бутылочка. Так, бутылочка моя. Сейчас мы тут ее... Так, давайте посмотрим вот этот участок. Ну тут вот эти метки, все легко и просто, то есть никаких особых затруднений срезой бутылки нет. Твердость здесь достаточно высокая. Сразу хочу сказать, что клинок, вы видите, очень деликатный. Сводил я его, старался делать тройную клину, очень тоненький. Кончик получился очень-очень деликатный. Это, скорее всего, резак. Но все мы прекрасно понимаем, что 66 твердости и ПМД-10, это при таком геометрии клинка, это, скорее всего, резак. Когда я буду его отправлять в Казахстан, естественно, я с Михаилом переговорю, чтобы он по возможности работал этим ножом, потому что нож очень острый, и особенно кто видел ролики, если начнут вспарывать брюшную полость, то не дай бог там где-то кончиком проткнется или еще что-нибудь, то есть там можно наделать очень неприятных моментов. Поэтому, ну, это я уже обговорю с ним чуть позже. А завтра мы с вами посмотрим, как нож отработает по канату. Канат будет стандартный, джутовый, 22 миллиметра, и чуть-чуть построгаем рог. Рубить я его не буду, потому что клинок тонкий, сведение очень тоненькое. Рукоять здесь временная, начал обрабатывать, я его рукоять изготавливал, наверное, минут 20 всего, 30, вот, то есть ухватил то, что, думаю, нормально, такой красивый брусочек, оказалось внутри шпальт, и этим гриндером кусок оторвало, вот. Ну, пришлось быстренько придать форму более-менее такую. Кстати, очень удачная получилась, очень удобная. Вот, и чтобы он дальше не труши, как бы не трухлявился, не сыпался, не проминался, пришлось его залить двумя слоями клея. Вот, и сейчас он уже как пластик. Так, и... Что-то когда я его точил, я посмотрел, психанул я что ли, блин, и сделал клинок вот до плечиков у меня
143 миллиметра. То есть у меня длина, это до плечиков 143, а до зоны рекаса от кончика в аккурат 132. Вот так вот покажу. Сейчас. Вот так. Все могут посмотреть. Сейчас я поставлю. Вот 0. Вот 0. И можно будет посмотреть. То есть, что-то я думал его меньше, оказывается, я смотрите, какой сделал. Ну да ладно, больше, как говорится, не меньше. Ну что ж, до завтра. Вот такой вот ножичек PMD 10. И завтра будем смотреть, что она нам покажет. Итак, не переключайтесь, впереди будет еще много интересного. Приветствую вас, друзья. Вчера отправил фотографии одному хорошему человеку. Он назвал этот нож «Красный Октябрь». Ну что ж, название так и останется. Начинаем наш сериал, вернее, наш художественный фильм «Охота за Красным Октябрем». Посмотрим, как Октябрь отработает. Итак, канат джутовый 22 мм. Листик для записания результатов. Ножичек и начинаем. Заточился очень классно. Так, карандашик. Ну что ж, давайте начнем. Приступим. У нас тут стройка за окном, поэтому могут быть раздаваться непонятные звуки. Ну ничего страшного. Итак, погнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь,
что там? 33. Ой, вот это.
8. Еще тут папиросная бумага, конечно. Ну, продолжаем. Привычки уже, рука болит. Погнали дальше. Еще канат резать.
Ну, что-то вроде бы. Ну что ж, ПМДХ идет хорошо. Продолжаем. Финиш здесь 7-5, Эльбо. Я думаю, что для мяса, скорее всего, надо оставлять 10-7 или 14-10. Хотя не знаю. Знаю, но должен, в принципе, и на таком финише работать. Ну, будем смотреть. Ладно, продолжаем дальше. Я уже застоялся.
Надеюсь, я... Видите, даже это цепляет еще. Папиросная бумага. Ну что ж, продолжаем. Так, осталось у меня полтора куска. Не знаю, сейчас дорежу, наверное, еще пойду отрезать. Или бросим на этот. Посмотрим, сколько еще придет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ну, в общем, досчитаем до 50. Плюс 50. Так, все, на этом заканчиваем. С канатом. Канат у меня закончился. Так. Проверяем остроту. Формат А4. Ну, да, он предсказуемо сел. Все, не режет. Газетку. За счет геометрии херачит HBO. Папиросная бумага. Так, в один слой. Цепляет. Ну, можно сказать, что где-то там какими-то карбидами торчащими зацепляет. Итого. Так, ПМД 10. Вот результаты записаны. Итого. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2000. Итого 2350 раз. Ну что ж, вполне себе нормальный результатик, при том, что на РК никаких изменений после каната не произошло. Так, вот с этой остаточной остротой. Расшатался чуть-чуть. Наверное, сох. Надо чопики забить, потому что, видите, расшатался. Но уже могу сказать, что с древесиной вообще никаких проблем нет. Так, теперь восстанавливаем. Посмотрим, как она восстанавливает остроту. Так. Ну все, режет. Итак, основное мероприятие — это рог. Сейчас. Семнадцать.
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 42, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Пятьдесят раз. Так, сейчас там посмотрим, налипло что ли. Ну, что могу показать. Вот этот участок, никаких изменений на РК нет. Просто пошло затупление. Вот в этом месте чуть-чуть кромочка заблестела. Все. Острота восстановлена. Аккуратненько срез, ровненький, нигде никаких, гладкий, нигде не заминается, следовательно, никаких повреждений на РК нет. Так, ну, в общем, вот такой вот. Достану клинок. Надо будет сюда вбить этот, чопики поставить. Так, итак, ПМД-10, 66 единиц твердости, заточка 38 градусов, финиш 7.5 Эльбор. Отработал он просто шикарно, сталь мне очень понравилась. После слесарки, ну, уже видели на видео, когда я показал, что отслесарил я его, отпускал в печи. После слесарный отпуск делал, он у меня пролежал 4 часа, чтобы, как говорится, убрать какие-то там свойства, если там были какие-то напряжения или еще что-нибудь. И, в общем, вот такой вот получился ПМДшка. Теперь, так, ну раз он отсюда выпал, соответственно, наверное, такая судьба. Ну, я еще поговорю с Алексеем, с Михаилом. Если ему оставить эту рукоять, значит эту. Если нет, значит сделаю другую. И заточу, и буду отправлять на разделку крупного рогатого скота. Посмотрим, как отработает ПМД именно в родной, как говорится, стихии для ножа. Разделка мяса, нарезка, и, может быть, будет рыба. Ну что ж, на этом все. Всего доброго, пока-пока. Задавайте вопросы. Вот такая ПМДшка. 10. Всего доброго, пока.